Всем привет гостям канала и моим подписчикам. Сегодняшнее видео будет посвящено зимовке канареек. Вот в наш город Армавир Краснодарского края наконец-таки пришла настоящая зима. Это вот малина. Огород, с которого канарейки все лето, весной и осень кушали зелень под снегом. Ну и, собственно, отправимся сейчас к канарейкам. У них там тепло, хорошо. Ну вот мы сейчас с вами у канареек. Видео называется «Зимовка канареек», потому что у меня, значит, сейчас у нас январь 13-е. Всех с наступающим Старым Новым Годом. И хотел бы рассказать просто, как зимуют мои канарейки. Просто у меня еще много попугаев, карелы, кокарики, там, розелы. Они... В принципе, не зимуют. Кокарики там на яйцах сидят. У карел вылупились птенцы, певчие тоже собираются на гнездо садиться. А вот именно канарейки, они зимой отдыхают. Поэтому сегодня вот покажу просто, как они сидят. Самцы, значит, вот сидят отдельно, по клеточкам распиваются. У них тут есть магнитофон с диском песни тренера. Ну, бывает, еще ставлю им соловья, овсянку ставлю, тоже мне нравятся такие мелодии. И канарейки учатся этим пением, запоминают, что-то копируют себе. В общем, вот так они зимуют. Значит, здесь есть свет. Я его не включаю, потому что здесь еще присутствует большое окно. И вот сегодня снежный, пасмурный день, весь день шел снег. Пасмурно, но здесь относительно светло. Вот я сейчас снимаю без вспышки, без освещения. Светло, то есть канарейка видит кормушку, видит зерно, где что покушать. Там морковка, пророщенное зерно, всякое различное. Вот, значит, мелкими группами также содержу самочек. Вот они сидят в клеточках. Вот, вы видите, большое, огромное окно. С него поступает свет, и канарейки ориентируются на природное освещение. То есть у них здесь поздно рассветает и рано темнеет. Они вот так вот. То есть с наступлением весны здесь будет больше света, канарейка будет более активная, кенара будут более активные, и начнется тогда период размножения. Я просто придерживаюсь весенне-летнего периода размножения. Но, в принципе, кто разводит зимой и осенью, тоже не беда, ничего страшного, по большому счету. Просто у меня было видео о вреде несвоевременного разведения канареек. Ну, это как бы просто одна из тем, которую я разобрал, а там мнения разделились. Ну, как бы, ради бога, кто... Кому как удобно, тот так и разводит. Главное, чтобы все это было благополучно и приносило душевную радость, так сказать. Вот, потому что, по большому счету, все эти птицы, они для души красота. Вот такая. Канарейками занимаюсь я примерно уже даже лет 15. Вот. Ну, в общем, так вот они зимуют. У них тут тишина и покой. Вот там поилки, внизу кормушки. Здесь планирую еще сделать маленькие клеточки для кеноров, пониже еще для саночек. Ну все, никак, некогда, некогда и некогда. Со временем, конечно, дефицит. Здесь на окне раньше у меня была еще китайская роза, цветок такой, но засох. Не знаю, почему засох, но он засох. Может, ну, в общем, так. Сейчас, думаю, найду еще, там уже мне люди отдадут 3 цветочка. Привезу, поставлю. Просто канарейкам будет интереснее, когда еще цветы рядом будут расти. Еще хотел сделать здесь... Хотел еще сделать в этой комнате им искусственный водопадик. Но тоже все некогда. Тут, в принципе, еще дел у меня много надо. Тут, смотрите, места свободного вон сколько. Все я это планирую поставить клетки. Здесь, вот по этой стене хочу пустить большой вольер, сделать как бы показательный. А здесь клеточки с самцами поставлю. То есть места еще много. И канареек у меня, в принципе, не так уж и много, но есть. Раньше было больше. Потом канареек немного сделал меньше. Увеличил количество попугаев розел. Ну, как-то так вот оно
то там больше, там меньше. И еще хочу сказать, раньше было у меня, допустим, много желтых кенуров. Затем перешел на оранжевых. Потом мне и то как бы достиг, перешел на разноцветных. Сейчас разноцветные говорят, это якобы не то, надо делать однотонных. Ну, вы знаете, вот люди, не каждый может позволить там семью, ребенку купить дорогого кенера, желтого, оранжевого. А вот, допустим, который кенер подешевле, это вот цветной. Ну, как бы, в принципе, не в этом суть, но вот так. Сейчас тоже стараюсь, чтобы разные были. И разноцветные, и желтые, и оранжевые, и зеленые. Тут где-то был один зеленый, куда он делся. А я его отсадил, сейчас покажу вам самца. Так, сейчас я его позову. Вот, вот перед вами зеленый самец этого года выпуска. Молодой. Песня у него уже довольно-таки неплохая. Видите, какой красавец. На камеру работает, не стесняется. Ну, они, в принципе, не особо дикие, но и не ручные. А так вот, видите, нормально как бы воспринимают. Все, спрятался. Сейчас попробую другого показать. Сейчас я вам продемонстрирую кенера. Обратите внимание, у него на правом глазе вроде как черная бровь, что ли. Вот он такой один с бровью. Вот, видите, сейчас показывает бровь. Прям как подводка, карандашом подвели как будто. Вот такой у меня не было ни разу. Были с шапочками, были с пятнами. Вот чтоб четко бровь. Жаль, что одна бровь. Была бы симметрия, было бы красивее. Так, это вот оранжевый этого года. Это второй, да, кенер? Сейчас третьего вам еще покажу. Желтого. Так, а это желтый лимонный кенер. Чисто желтый. Вот такой один. Один оранжевый, один зеленый. Ну и много разноцветных кеноров. Спасибо за внимание. Это был видео под названием «Зимовка канареек». Подписывайтесь на мой канал. Скоро начнется сезон размножения. Будет много видео нового, интересного. Кстати говоря, сейчас, пока зимовка, надо заниматься подготовкой птиц к брачному периоду. Это надо постирать гнезда там или подлатать гнезда, сделать новые гнезда. У кого-то нет гнезд, приобрести гнезда. Кстати, еще хотел сказать, сделаю скоро видео про гнезда. Ну, хотя видео про гнезда много на ютубе, но я как бы свою версию покажу. Хуже, я думаю, не будет как бы. Посмотрите мою, посмотрите другого человека, третьего, пятого. Подчеркните для себя что-то лучшее, кому как удобней. Вот. В плане минералов покажу, видео сделаю. В общем, всем спасибо за внимание. До свидания. Всего хорошего и успехов в разведении канареек.